действительности чудеса происходят там, где в них верят. Аминь. Когда я смотрел видео, да, вы все его видели, на моих глазах очень часто выступают слезы, и внутри я переживать начинаю. Я понимаю, я вижу страдания, но не могу их оценить. Но я могу оценить, насколько Иисус сегодня нас любит. В слове написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Очень символично. И сейчас отец и дочь исполнят для вас песню «Прихожу ко Христу». Встречаем Андрей и Юлия Ли. Thank you.
действительно трогательная песня, которая трогает до глубины души. Я не знаю, что сейчас может происходить. Мой голос может дрожать, на глазах может быть радость. Но даже сегодня я помню, и мое сердце помнит, когда я пришел ко Христу. Я помню каждую минуту и каждый момент. Представьте картину. Молодой парень, 19 лет, который еще не познал жизни, который не знает основ, шальной. Февраль, машина, вечер, гололед, я не пристегнут. Впереди 7-метровый овраг. 2 сальто, я живой. Невредим. Не по своим заслугам, не потому, что я красив или на мне сейчас бабочка, а по его великой милости. И сегодня каждый человек в мире, он может приобрести вечную жизнь по его великой милости. В этот момент перед моими глазами промелькнула вся жизнь. Я понял, что Бог реальный. Я понял, что Он есть. Он живой. Я начал благодарить за свою жизнь. И в мою жизнь пришли большие перемены. Очень быстро. Вскоре я познакомился со своей будущей супругой. У нас появились прекрасные дети. А дети, как вы знаете, это благословение от Господа. И поэтому Иисус в своем слове сказал: «Не преграждайте путь ко мне, детям». И поэтому я хочу представить вам детскую христианскую школу «Пилигрим» с песней «Мой Бог живой».